Игра развивалась вообще очень интересно, бурно, насыщенно и скучно на самом деле. Ладно, в общем, быстрый гол забили, это нам дало спокойствие. Потом старались контролировать мяч, и игра переходила инициативы с одной стороны на другую. Но в конце нам удалось еще добавить второй гол, что нам придало еще уверенности. Старались удержать этот счет. Но потом ребята, соперник, молодцы, забили красивый гол комбинационный. То есть тут уже начались качели повеселее. Но итоговый счет 3-2. Нам получилось победить. И мы этому очень рады. И будем продолжать в том же духе. Вторая победа подряд. Наш кипер затащил пенальти. Ему вообще аплодисменты. Он вообще молодец у нас. Так что спасибо за игру соперника. А как будете готовиться к следующей неделе? К следующей неделе, ну, пятидневка, интенсивные работы и 2 дня тренировок, конечно же, куда без этого. Потому что мы подходим ответственно к этому турниру и надеемся на хорошие результаты в каждой игре.